Говорят, с возрастом мужчины редко находят настоящих друзей. Бывает, встречаешь парня, с которым вроде бы и весело, и интересно, и что-то объединяет, но дружбы не получается. Собираетесь созвониться или встретиться, откладываете на другой раз, и все, потерялись. А такого друга, чтобы как в школе, закадычного и верного, и так, чтобы на всю жизнь, так не получается. Мы познакомились на съемках в Киеве несколько месяцев назад, хотя, конечно, заочно были знакомы десяток лет. Это была одна из редких встреч, когда с первой минуты понятно – твой человек. Мы говорили, смеялись, выпивали, танцевали, как будто были знакомы всю жизнь. Мы расстались близкими друзьями. Я уехал в Москву, не звонил, откладывал, но потом забыл. Ну, как всегда это бывает, увы. Сегодня утром Андрей погиб. Плачу и смеюсь, потому что в ушах его слова. Не ссы, чувак, все будет добре. Спасибо тебе, мой друг, и прости. Я помню о тебе. Спи спокойно.